Я продолжаю играть в No Starve, и мы, как вы помните, я просто серии сказал, что это не конец, поэтому я сразу за одно дыхание снимаю это все. Так, Мандрагора еще есть свежая? Так, идем дальше. Надо будет еще разоренный, вот тут вот у нас есть разоренный домик, вон там, он разоренный. Потом надо пойти туда и разрушить его. Потому что если мы его не разрушим, то у нас будет там спавниться, по-моему, монстры. Опа, тут. А тут у нас один бифало. Один раз ударяем. Отходим. Давай-давай. Должен наполнить мой могучий животик. Нихуя. Давай-давай-давай. Тихо-тихо-тихо. Надо отойти от того бифала. А то тут нападет у нас. Если с этого выпадет рог... Кузя! Кузя! Извиняюсь, у меня кот тут. Тихо. А, ударил. Должен наполнить мой могучий животик. А-а-а! Только что жрал. Бей. Все. Вот ты сранец. Вот во время боя постоянно начинал. Мандрагора, здравствуй. Пошли, Мандрагора. Прыгаем. Мандрагора, прыгай. Так, идем домой сейчас. Так, идем домой, блин. Скоро надо будет уже сделать мед и делать медовые бинты. Что Мандрагора на еще хватит на пару серий максимум. Хватит еще на пару максимум на пару серий. Так. У нас. У нас баклажан. Угу. Только номер два. Вторая Мандрагора. Так. Надо бы еще забабахать сюда какое-нибудь освещение. Навоз. Пойдет. 96 хп надо. Все, 10-й день. У нас полностью полное здоровье, но оно скоро падает, оно падает. Надо пойти уже что-нибудь пожечь. Надо еще положить. Надо пойти пожарить морковку. Потому что если мы сейчас не пожарим морковку, то она будет уже гнить. И превратиться в гниль. Сейчас надо ее пожарить. А то она превратится в гниль и будет. И она уже будет несъедобна. Если мы ее будем есть гниль, то у нас будет желудок наоборот убираться, по-моему. Так. У нас уже, кстати. Не понимаю, почему мясо я недавно положил в холодильник, и оно уже. Так, стоп. Надо... Я еще хотел проверить. Что там за такую кепку можно было сделать? Шляпа бифал, цилиндр. У меня шляпа. Так. Вот. Мясная бита. О, она бесконечна. Отлично. Есть еще что-то. Вот. Одна веревка. Одна веревка есть. Можем сделать больно шлем. Так, все. Мы шлем. Это все отлично. Я могу еще что-то сделать. Все.
смотри, пол. Ладно. Что делать? Милы? Милы, чтобы вот это вот все. Чтобы... Так. Хотел сделать... Вот шахматный пол. Давай топ. Так, вот тут пусть валяется. Вот это вот тоже. Тут будут у нас инструменты, которые нужны. А что у нас лучше будет, наверное? О, а ты у нас что тут делаешь? Вот там. Я просто хочу попробовать. Вань, куда ты пошел? Что там жрешь? О. Там. Окей. Они, походу, любят мою мясную битву. Так. Надо... Я вот все хочу... Вот этот данж вот уничтожить куч... Я хочу вот сначала вот уничтожить... Вот... Так, бифало, бифало, бифало. А, бифало. Если бы мне выпал рок бифало, я бы сделал шлемик, который бы защищал меня от холода. И скоро надо задуматься уже о куала-слоне, потому что нужна ветровка. Хотя бы какая-то. Нам обязательно нужна ветровка. Тут сбрил. Сбрил бы я... Голбасранск. Так. Два удара, ничего себе. За... Ё-моё, она просто... Она их просто всех тащит. Тихо-тихо, бьёт, парень. Давай. Ай-яй-яй, больно. Давай, налезай, еще давай на меня, давай. Оп. Сюда, давай. Оп. Ай-яй-яй, бляха-муха, ты что, жрать захотел? Не вовремя ты жрать захотел. Куда? Давай. Ты что? Ты же показать, как это могучий. Давай. Мёртв. Зачислим мы всё-таки за эту серию, за этот данж. Так, и... Там есть аметист выпал. Стал парня. Так, и у нас... Мы можем сделать мраморную броню, которая отлично. Отличная просто. Мраморная броня, она отличная штука. Надо домой уже скорее. Но я чувствую, что я буду ночевать сегодня тут. Потому что если я сейчас буду ночевать... Потому что я сегодня за это... Банально, за сегодня я не дойду... Да и за этот день я не дойду до дома. На всякий пожарный забаррикадируюсь. Стоять, жрать. Встать, вернее. Жрать, говорю. Ладно. У нас есть аметист один.
Не заметиться, ничего хорошего такого не делаешь. Надо будет еще один. Можно будет еще один сделать шлем. Надо будет обязательно веревку. Надо уже. Где у нас тут поле? Вот это вот поле, вот мы вот его. Пойдем еще, надо будет сходить. Вот тут вот, вот поле все. Забрать там травы набрать, потому что уже скоро. У меня уже кончается трава. Я могу еще. Я 6 бифала не буду, конечно. Так, ну вот, вот что я побифал, но нам нужен рог бифала. Рог бифала бы и 2 шерсти, и все. У нас будет отличная шапка. Так, здравствуйте. Как же много всего тут лежит. Как же много дерева сбрил. Просто вот как много. А, тут еще. Немножко подлогнула. Ну вот, подзарисован был. Но. Потом напомню. Сейчас. Может, сейчас напомню. Ну да. Нужно сюда пойти сюда. У меня болит живот. Огромный такой. Ладно, надо рубить до конца. Боже, пойти. Так, у нас уже скоро будет наконец-таки. Конечно, придется попрощаться со своим портфелем, но. Хотя можно с собой вся в портфеле как раз в эту броню и таскать. Весна бита, кстати, вот я понял, уже теперь буду постоянно в мультиплеере, если буду играть с друзьями, то буду делать весну биту. Потому что весна бита это просто имба, как я понял. Вот, смотрите, посмотрите. Да, стой. 1000 хп, и я его уже ушатал за несколько ударов. Просто за несколько ударов. Так. А этот, по-моему, не сегодня на нас еще раз нападут, но мы на этот раз будем готовы. Потому что у нас есть шлем. Вот видели, вот как делается. Так, вот мой дом. Видите, так недалеко. Уже можно будет сходить потом на следующий день. Надо сделать уже наконец-таки сундук. Сейчас отпускаюсь тут совсем. Сундук нужен. Каменный блок, аметист. Так, кстати, надо будет сходить еще пособирать. Так, а жезл поиска, я как он там крафтится? Так. Ну, кстати, еще одну можем плиту сделать. Но пока не надо. Можем бритву сделать. Ну, бритва нам ничего не делает. Так. Сундук, хижина, заяц, дом, свина. Мы можем, кстати, дом свина сделать. Вот, надо уже скоро сходить. Надо обязательно сходить уже скоро. Так, вот обязательно надо будет сходить, уже сделать себе птичью клетку. Нужны 2 семена, 6 золотых сморок и 2 папируса. Ну, с папирусом могут возникнуть проблемы, но. Так. А еще я могу уже. Мраморная броня. Где она броня? Вот мрамор. 4 веревки. Если мы, кстати, будем ходить с мраморной броней, то она как бы будет нас замедлять. Так. Надо. Я вот чувствую, что надо поскорее. Надо сделать хотя бы факел на этот раз.
Чтобы факел. Так, факел делаем. И идем поджигать лес. Потому что нам нужен сейчас уголь. Там до казана, потому что нам нужно, конечно, сделать казан. Вот он. Казан есть. Еще сушилку можно, нужно будет. Казан, он делается. Нам нужно добыть нам 12 угля и 6 каменных блоков. Но это. Единственное, 12 угля мне надо. Так, все. А я иду. Еще бы я бы хотел пойти найти этот Мандрагора. Я бы еще хотел бы найти хотя бы что-то нормальное, то есть сходить и найти, как он называется, найти еще один посох, как мы не хотели, и куала-слона, вот желательно. Вот в следующих сериях я буду бегать и пытаться найти куала-слона, потому что куала-слон — это самая нужная вещь пока что для всех нас, потому что... Опа, пипал. До свидания. Я нашел только 5 угля? Ну что, привет. Пипал. Это еще древесный уголь. Не весь, конечно, древесный уголь. Получился не так, как хотели, ну ладно. А, у нас, кстати, где у нас все? А, у нас камень кончился. Ну, да. Было. Все понятно. Я вам шахматы пол, чтобы было приятно. Так, вот вилла. Вот, и в задницу. Так. Я вам 6 шахматных полов. Так, и... Конечно, это трата мрамора, но... Мраморная броня, она долго тратится. Тихо-тихо-тихо. Чего вы? Капец какой-то. Так, ну, я чувствую, что на этом надо пора закончить серию, потому что у нас Мандрагор простой. Надо на эту ночь. Ладно. Я чувствую, что пора заканчивать на этом. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. С вами был Бумбокс. До свидания. И до скорых встреч.